Глава ледохода по Печоре развивается ниже Осколково, в 60 километрах от Нарьян-Мара. По Большой Печоре редкий ледоход. На Малой Вандиге средний ледоход. Опасных и неблагоприятных явлений на реках региона не наблюдается. Заканчивается интенсивный рост уровней воды. В Объединенной гидрометстанции Нарьян-Мара предупреждают, в ближайшие дни в окружной столице с набеганием воды с верхних участков рек Печоры и Усы возможен подъем уровня воды до 470 сантиметров. По данным на 12 часов, уровни воды соответствовали следующим значениям. Пока понижение отмечено только в Оксино, минус 1 сантиметр. В районе Нарьян-Мара уровень воды вырос на 4 сантиметра и составил 435 сантиметров. Напомню, критическая отметка воды в городе 620. В Вандиге уровень воды остался на прежней отметке 470 сантиметров. В Осколково уровень воды, по данным на 12 часов, поднялся на 31 сантиметр до отметки в 489 сантиметров. В Харивере скорость подъема уровня воды сократилась. Напомню, за прошедшие сутки вода в Колве поднялась на 356 сантиметров при критической отметке в 11,5 метров. О том, как сейчас обстоит ситуация в Харивере, в телефонном интервью нам рассказала глава Хариверского сельсовета Галина Ятла. У нас вода с 8 утра на 2 часа дня поднялась на 27 сантиметров. Затор вот как бы ушел, и вода стала подниматься медленнее. Но сейчас вот то, что я вижу, река очистилась, так идет неактивно. Затор прошел, и лед сейчас просто по берегам. Критически у нас 11, то есть после 11 начнется подтопление территорий. На 11,5 затопит всю взлетно-посадочную полосу. Сейчас у нас 8,56. В Великовисочном 12 семей отметили долгожданное новоселье. Там завершилось строительство.